trošku jedem, když přijde semestr, do Venice, Santa Lucia. Посмотрим, что сейчас, сейчас будет. Перешеек должен быть, по идее. Посмотрим. Здесь будет море. Знаете, какой запах был сейчас? На первом я обалдела вообще. Такой запах моря. Знаете, в Милане нет его. К сожалению. Я обожаю, конечно, этот запах, но... Теперь раньше-то я не ценила то, что то, что имела. Теперь, видите, каждый лоточек свежего. Видите, заметили мостик, да, наш? Каждый глоточек, короче, морского воздуха. Кстати, видите, видно уже, что сейчас море будет. Я так довольна, как ребеночек, короче. Снимаем все. А что делать, ребятушки? Каждая поиска может быть последней, поэтому надо давать. Видите, здесь окошко еще чистенькое. Не то, что, блин, Прача Роса дорогой, блин. Билетик, кстати, 1.30 купила. Всего лишь. Едем 6 минут всего. Поэтому 6 минут мы должны Видите, там уже корабли. Вообще грузовой порт Нестри, это грузовой порт. Посмотрите, наши старые строения. Прямо около моря, да? Видите, все эти старые строения, видите? Как хорошо все на медленной скорости. А рука такая, когда торчит, уже с пальца, видели? Ой-ой-ой, ужас. Как мне нравится, едет, как мне нравится. Но верно. Но очень медленно. Супер медленно. Ну, он сказал, что он будет останавливаться на всех остановках. Не знаю, сколько их. Не важно. Вот там уже море. Там уже море. Где нам здесь еще не. Ну, как обычно, я его села. Ну все, земля кончается, ребятушки. Буду сейчас делать завтрак в Венеции, ребятушки. Терпела специально. Кстати, там какой-то уже старый завод. Трубы старые явные. Наш. Все. Ура. Ребята. Ну, пошел шарить. Что такое херня?
капает на цемент. Вот, вот оно. Вот оно. Смотрите, ворота, смотрите, ворота, ворота. Видите, это что? Ворота со львом, с львиком. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятушки. Ну, блин. Короче, будет постоянно какой-нибудь поезд мешать. Ну, я думала, тут, знаешь, на фотографии меньше путей. Я думала, вообще два пути всего. Чего еще более-менее широко? Смотрите, какие тут чакры растущие. Это все море там, а я как дура, блин. Есть залив там красивый. Ну, как обычно вообще. Я вам сниму ту часть залива. Посмотрите, какие наши эти балясины. Знаете, видите? Дело старая стена. Ручки, смотрите. Видите? Смотрите. С мрамора, видите? Вон уже набило. Ой-ой-ой. Вот там кос. Смотрите, посмотрите. Я только сейчас заметил. Вы поняли? Смотрите, смотрите. Сейчас еще будем смотреть. О, прикольно? Да. Старая стена. Фары крут, они. Какие ауи? Фейл. Ребятки, знаете, как прикольно на вокзале там, там выходишь, и сразу перед тобой вода. В Венецию лучше приезжать, когда хорошая погода. Я приезжала в декабре, ребятушки, это вообще ужас, честно говоря. Я была в шоке. Ничего красивого в этом и романтичного я не видела. Реально села. Там-то ничего нет. Так, посмотрите, это наша старая стена. Смотрите, смотрите. Начинается, видите? И смотрите, арки. Арки пошли. Видите, какой мост. Видите, он еще, посмотрите, как...
suis grimoire. Наш старый заводчик везде, он везде, даже венец. Ну все, ребятушки, сейчас я выхожу и буду продолжать потом. Уже венец, Санта-Лучия. Пока-пока.